Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня я хотела вам ролик снять про малышей вьетнамских. Как можно выбрать, ну, на две категории их разделяю. Кто хочет выбрать на мамы, чтобы стала, на свиноматку, то есть, да, либо на мяско с сальцем, так скажем. Вот, но сегодня ролик у нас будет совсем о другом. Вот здесь у нас Джессика уже такая взрослая девочка. Да, Джессика. Но речь тоже не о ней пойдет, а пойдет о нашей коровке. Мы хотим стать мамой уже. Я хотела вам рассказать немножко, вот кто заимел коровку и какие-то немножко признаки, когда она хочет стать мамой, как можно узнать. Я вчера вечером уже заподозрила, что малышка наша хочет стать мамочкой. Да, малыша? Вот, ну вот я хочу немножечко кратенько вам рассказать. Самое первое я заметила вчера. Ну, я это уже знала уже давно, эти приметы. Вот, видите, в нее все провалилось. Обычно здесь у них вот все такое крепкое. И здесь, ну, жесткое такое. Сейчас моя рука вот все проваливается туда. Видите, какая ямочка. Вот как это все провалилось. Все, можно ждать. В течение 6-7 часов можно уже коровку ждать ее роды. Итак, у нее здесь уже тоже все готово. Вот. Было у нее слизь выходила где-то за неделю. Это выходит пробка из матки, то есть, чтобы потом выходил теленочек. Вымца у нас выросла, все. Она уже становится такая беспокойная у нас. Заглаживает свою вот животик, где девочка или мальчик. Ставьте ставки. Следующий ролик я вам покажу, кого она родила. Вот. По вымя, как можно узнать. Ну, вымя, конечно, наливается. Так, потом я еще как определяю. Если соски упругие, и когда ты их так нажимаете и отпускаете, и они резко выпрямляются. Знаете, как пружину, если сжимать, она сразу резко назад. Точно так в сосках должна быть. Вот. Еще какая примета. Но это за сутки. За сутки вот по этим признакам я вам сказала. Ну, а если она хочет стать мамой у вас уж совсем быстрее, чем мы, я вам говорила вот эти все приметы. Она начинает, конечно, бегать вот по своему стойлу. Ножки поднимать, хвост дыбом. То есть вот такие у нас такие небольшие приметы. Как можно узнать, что ваша коровка хочет стать мамой? Малышка. Вот. В этот ролик я не буду снимать все роды. Я вам потом покажу. Надеюсь, YouTube не закроет еще. Но если закроет, я попробую Дзен это выпустить. Кто хочет ко мне переходить, переходите. Там я как Ирина Лазарева, либо «Деревенские секреты». Ну, я ссылочку потом вам дам, и вы по ссылочке, если кто захочет с нами и вести дело дальше, наблюдать, что мы делаем, то, пожалуйста, просим гости. Вот, поэтому и сегодня ролик мне будет совсем такой коротенький, некогда снимать. Мы ожидаем, как говорится, роды нашей мамочки. Ну, посмотрим, может быть, я и в этот ролик кладу чуточку что-то еще интересного. Если нет, то ждите следующего ролика.